В один прекрасный момент я поняла, что мой вес стал расти в любом случае. Занимаюсь я физнагрузкой, он растет медленно. Не занимаюсь я физнагрузкой, он растет быстро. Соблюдаю я диету, он растет медленно. Не соблюдаю я диету, он растет быстро. Прививка изменила мою жизнь вообще полностью. Речь даже идет не только и не столько о лишнем весе и избавлении от него, а сколько о том, что у меня поменялись взгляды на жизнь вообще кардинально. Мне это очень нравится. То за программу я сбросила 10 килограмм. За следующие вот полтора месяца после программы я сбросила еще 5 килограммов. При этом, конечно, мне кажется, вот кило 800 ушло именно на квесте. Хотя вроде задания все были известны, и, в общем-то, я их делала на прививке, но, видимо, вот это очень важно, когда все происходит в клубе единомышленников. Когда мне Галина предложила стать куратором на новой программе, я, не задумываясь, согласилась. Во-первых, это очень интересно и очень приятно наблюдать, когда девушки, женщины, тоже так же, как и я, скептически, может быть, относившиеся к психологическим методам похудения, у них начинается такое: «Боже, это работает! Как это возможно? У меня ушел вес! Так не бывает!» Нет, это бывает. А во-вторых, я хочу подольше побыть в этом информационном поле, в правильном поле, с правильными людьми, с правильными намерениями. Поэтому я буду куратором.